Блять. А, даже так. О, окей. Флэджгейт, добро пожаловать в Fortnite. Ну что ж, вы можете писать, блядь, что я ебучий задрот, что я черт. Но у меня рысь теперь максимального левела. Вот максимально прокачанная рысь. У нас появляется хвост такой охуенный, который тоже переливается. И все в зависимости от расцветки, он также переливается. И это выглядит просто нереально охуенно. Этот хвост только на рысе, то есть нельзя никакого на другого персонажа налепить. Я думал, что можно будет налепить этот хвост на Джона Уика, и будет вообще нереально классно, но, увы, нет. С таким сегодня сетом мы отправляемся ебашить. Ну а вы, дорогие друзья, если вдруг еще не скачали Fortnite, вы можете скачать по ссылке в описании. А если вы это уже сделали, вы можете зайти в магазин, нажать на поддержку авторов и вписать мой никнейм NemoFlagGK. Самое главное, проверяйте всегда, потому что, видите, у меня сбросилось. Я вписываю NemoFlagGK, нажимаю Accept, и теперь я поддерживаю FlagGK. Ну что ж, рысь финального уровня. Топ-1, наверное. Let's go. Ну, Санта одарил меня нереальными подарками. Золотой скар, квадромет, граплер, миники. Бля, пиздец просто. Большая, да ё-моё. Какой-то пиздец. Опа. А да, можно ходить ко мне прилететь? Нет. Передумал, братишка. Да. Хорошо, что я сюда заглянул, серьезно. Опа. А это мне для задания. И две баночки. Охуеть. Так, квадромет, ты извини, 0 IQ гейминг я не хочу показывать, поэтому я возьму дробовик. Да... Бля, что за дроп сегодня здесь? Я, ну как, в большинстве случаев я нахожу супер такой охуенный дроп и проебываю максимально тупо. Спасибо, да. Да, это я, тот самый счастливчик. Да, 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 спасибо, спасибо, да. Да, да. Ёбаный рот, это пиздец просто. Ну, теперь я точно готов встречать врагов. На самом деле, лучше брать вообще самолеты, потому что так легче всего их находить. Но сначала нужно найти нормальный самолет. Да. Да уж. Вот хп и потеряли. Да тут пиздатый самолет оставил. Если там сверху самолетов нет, на этом полетим дальше. Да уж. А, есть, найс. Это мне, спасибо. Да нет, стоп! Он для полудохлый. Кто успел по нему нахерачить уже? О, ну короче, мне пизда, я так понял, да? Оп. Надо было прыгнуть на вот этот. Давай, 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 давай. Давай, ну ко мне, может быть. Ну ладно. Боится, стесняха. А, ты решил так, да? Бля, 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 простреливай. Оп. Я так, чисто со скара расхуярю нормально, да? Я, наверное, чак выпью, потому что я хочу миники взять с собой. И большие банки при этом. Блять. Сука, нахуй ты так напугал? Ладно, перетерплю. А я даже скажу больше так. Я не возьму даже большие банки. У меня тут есть вещь поинтереснее. У этого побежи. Главное, чтобы он меня не задел. Оп. Найс. Самая опасная вещь в Fortnite. Переворачивание самолетов. Даже можно аккуратненько airdrop подцепить. Да, знаете, ребят, такая себе фигня. Ой, я вижу, вижу отсюда, издалека, издалека. Да, да, да. Нет у тебя самолета, братан. А еще ты в зоне сдохнешь сейчас, я так думаю. Ладно, пока не трогаем. Нужно охуенный разворот сделать и расстрелять его самолета. Давай! Братан, больновато, да. Может, чел так кто-то есть? Так, нашего дружка не забываем. Я его, конечно, не вижу. Может быть, он, наверное, сдох уже. О, тот. Видно, 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 видно. Это печенька даже. Я вам серьезно говорю, это печенька. Я отсюда понял, что это печенька. Объясню, почему. Трейл, видите, черный? Пум. Это потом пум, пум. И пошло добро. Все. Вот вам добро, ребят. Добро и позитив. Так у тебя даже золотое. Ну чё? Извини, граплер. Нужно все же как бы нормально приоритеты расставлять, да? И понимать, что ППшка очень важная вещь. А граплер не особо. Хорошо. Сразу моментально отстроился. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, ребят, ну это фейк-кекс. Это сразу предупреждаю, фейк-кекс. А, ну да, 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 да. Это было ожидаемо. Тихо, 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 подожди. Сейчас, сейчас. Блять. А, даже так. Лол, окей. Я просто на секунду забыл, что у меня дигл, он же здесь, понял. Блять, вот я не понимаю, почему у меня.
Пирамидка не строится. Все, найс. А кто там стрелял? Сам, наверное, главное в таких ситуациях это не палить свой дигл. Потому что спалишь дигл, все прекрасно будут знать, на что ты готов. Я, наверное, даже успею за большой банкой сгонять. Или как? Да, я, наверное, успею за ней сгонять. А, подо мной чел. Давай так, окей. Все, давай так, хорошо. Ты сам захотел. Так, где моя большая банка? Это не похоже на большую банку. Бля, вот чисто логически, где я мог оставить большую банку? Я уже забыл, блядь. Вроде здесь. Хотя здесь файты. Да-да-да-да-да. Во, мобой. Бля, сразу что у меня бету тут до сих пор нет. Опа, я тебя вижу. Ну вот, в принципе, вон они стоят, там, сюда, туда-сюда. Я, короче, считайте, на краю сижу. Один там в будке на 248 и другой вот здесь. Был бы у меня батут, но батут только там. Давайте, наверное, как-то нужно плавно к нему подходить. Так, тот снайпер пока на нас внимание обращает. Оп, лол, одним шотом все сломал ему? Сейчас самое опасное, наверное, подниматься, да. Он же готов. Трап убери. Оп! Нормально. Самая невыгодная позиция. Да он мне не даст нормально подняться. А, он уже перебрался, смотрите. Не знаю, давайте попробуем так. Понял. Тоже не даст. Да, блядь. Как ты попал? Вон, он на железной уже херне. А, блядь, сейчас будет очень... Ненавижу эти ситуации, блядь, пиздец. Чел ХГ взял. Нам нужно идти к чуваку, с, который там сидит. Притом при этом мне вообще не дадут подняться. Побежали. А, он уже прошел, лол. Серьезно? Я тебя понял. Я не знаю, как он успел. Но, оказывается, уже прошел. Они уж файтятся там. Все, ластовый. Ну, благо, я надеюсь, он лоу хп, да? Погодите, он подо мной вообще, да? Вроде он вообще подо мной. Но, anyway, нужно успеть костер завязать. Так, братишка. Да, вроде что-то строит. А, так ты белый. Красиво? Сделаем красиво, ребят. Опа. Ну ладно. Не особо красиво было, но я пытался. Твое здоровье, бро. Да. Like GK. Да, мало киллов, но да, я долго лутался. Ну топ-1, да, это я. Спасибо.